Новый год еще не наступил, но ульяновские дети уже начали получать подарки. Теперь сельские и деревенские ребята будут ездить в школу на новых автобусах. В этом году выделено 47 машин. Оранжевые пазы и газели готовы отправиться в районы Ульяновской области. Это данные школьные автобусы. 22 муниципалитета Ульяновской области, практически все. Это Барышский, Вишкаемский, Инзинский, Новомуклинский, ну и все остальные. Одна из газелей поедет в село Старые Маклауши. В этом населенном пункте есть школа, в которой учатся полсотни детей. Их надо привозить из отдаленных уголков Майнского района. Например, из сел Чуфарова, Новые Маклауши, Черекеево и поселка Труд. Это не первый наш автобус. Это уже на моем счету уже четвертый автобус. А у нас еще есть один автобус ПАЗ-3205370. То есть у нас сразу одновременно они, два автобуса выезжают в разные маршруты. Нам достаточно транспорта. Дело в том, что у нас до этого был автобус ПАЗ-3205-3. Мы его поменяли в этом году на «Газель» для того, чтобы, ну, численность детей сокращается, поэтому... В Ульяновской области функционируют 422 школьных маршрута. На них работает более 280 автобусов разной вместимости. Сотрудники регионального министерства просвещения и воспитания каждый год проверяют, хватает ли транспорта для подвоза учащихся. Если машина оказывается недостаточно, то специалисты министерства отправляют заявку федеральным коллегам. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.